Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды. Заходим в магазин и сразу начинаем открывать колоду. Так, Север Монтес. Его легко узнать по его финке. Так, серия испытаний, конечно же, сразу же. Тут даже не обсуждается. Серия испытаний. Поехали. Пройдем, пробежим. Так, и будем пытаться дальше буститься сегодня. Так, ну что, Кирби. Кирби однорукий, можно его так назвать. Потому что у него, ребята, всего лишь одна рука. Или лапа, я не знаю, наверное, лапа. Ну, не имеет значения, все равно одна. Отдохни. Так, а вот сюда бы массуху бы какую-нибудь влепить. Красивую, да, типа валуна или... Ну, давай ракетами бомбанем. И вот, лучом. Суперкренговским лучом. Прожигающим. Все, ребят. Изи. Изи-пизи. Ну, а мы бежим дальше. Мы бежим дальше. Так, подожди, какой... Ну да, список, в принципе. Мы уровень поднять, наверное, Зеку не сможем. Нет, пока не сможем. Тогда ищем Микеланджело видение. Навыки. Так, нам нужно найти 13 кружек из Олимп Динер. Две. Так, три кружки уже нашли. Ну хорош, три кружки нашли и что? Так, 4. 5. Так, 6. 7. 8. Ну давай, давай, кружки мне, давай. Твои налево. Так, 9, по-моему, да? 10. 1. Сколько нам надо-то? Я уже сбился со счету. А, еще 2. Еще 2, еще 1. Есть. Шикарно. Ну что, друзья мои, прокачиваем до 4-й ступени. У вас белочка. Название, конечно, смешное. У вас белочка. У вас горячка, ё-моё. Так, и забираем тут. Ага, 3 награды. Поднять уровень персонажа. Мутагена у нас мало, поэтому мы сможем прокачать вот Рокстеди. 56 уровень он у нас получает. И добираем здесь наши награды. Так, в магазине по энергии. Так, подожди, мутаген. Да какой мутаген мне... Мне нужны предметы. 445, маловато будет. А я не проходил же, да? Да, я не проходил никакого события, испытания. Потому что я в прошлой серии проходил чисто лигу. Ну что, поехали. Так, 48 уровень, да? Давай возьмем вот так вот. Раз, два, три, четыре. 48 против 56-х. Но опять же, мои ребята не прокачаны здесь. Хочу сделать на это большой огромный акцент. Так, у них нет майки здесь? Нету, поэтому дебаф никто снять не сможет. И запретим еще им хиляться. Хотя у них хил это... А, нет, Шредер... А, смотри, смотри, смотри. Оп, и балалайка. Хе-хе-хе, захотел хильнуть команду, а ничего не вышло. И это круто. На тебе. Слушай-ка, блокировка лечения вообще топ. Да? Да ладно, не перешли что ли? Не беда, сейчас перейдем. Так, 15-19. Давай, наверное, я сделаю... Давай быстренько с тобой пройдемся по этому всему хаосу. Зэк, ты дождешься. Подожди пока. Твоя очередь еще не дошла. Раз, два, три, четыре. Нам нужно продвигаться очень быстро. Я бы даже сказал, молниеносно нам нужно продвигаться. Нате вам подарочек. Из России, с любовью, блин. С гранатомета. Такой подарок. Так, ну и вот, ребята, сёгуны. Пока одна звезда. 91. Что-то всего 10 позиций пролетели. Что-то слабо как-то. А 15-20 не хотите мне дать? А-а, не хотят, я понял.
типа слишком жирненько для меня 15-20. Ладно. Бакстер, ты же ведь сможешь их всех одной волной фух испепелить. Ты должен. Ты обязан. Ты же ба... Так, ага. Ну, после Рафаэля ты, конечно, сможешь. Шух. Просто ветром сдуло ребятулек этих. Ну что же, а мы продвигаемся еще дальше. 69-е место у нас. 69-е, 15. Так, я все-таки хочу попробовать, друзья, получить 15-20. Но я понимаю. О, есть. Есть контакт. Кожеголовый. Ты не подведешь? Да, конечно, не подведет, ребят. Куда он меня подведет? Кожеголовый сейчас просто сделает одну вертушку, и они все пойдут баиньки спать. Так ведь будет? Давай проверим, пойдут они баиньки или нет. Конечно, пойдут, побегут. Побежали шеймин там просто. Ну что, полтинник дадите мне? О, даже 46 место, шикарно. Так, хорош, 15-19 уже меня не интересует. Давай 15-20, хватит уже фокусы тут мне свои показывать. Так, возьмем Донателло и возьмем, наверное, Рафаэля. Раз, два, три. Донателло. Ну, сейчас мы сделаем проще. Мы возьмем Рафаэля, естественно, в провокацию. Тут, правда, этот охламон. Ладно, ничего страшного. Надо было, наверное, защиту нам все-таки поставить. Нет, нам надо было, вот правильно я все сделал. Донни уложил троих. Двоих, двоих, спатеньки. Добьешь? Красавчик. Сюда. Пощечинка сработала, и на тебе. Вот. Все, без проблем, без каких-либо. Ну что же, продвигаемся туда дальше. И 20-е, пожалуйста, дайте мне место. 24-е. Ну, слушай, хорошо, вот сейчас вот у нас разгорячилось все, я прям чувствую, как пульсирует кровь по венам. И очень хорошо идем, двигаемся. Бустимся, ребят. Такой, знаешь, на адреналине. Ну что, Макман, вся надежда на тебя. Поехали. Мусорный ураганчик. И, как обычно, ребята, все он всех тут расколбасил. Шикарно. Ну, да. Сёгун 2 звезды. Сегодня хочу попробовать, ребят, дойти до мастера. Не уверен, конечно, но вот желание такое есть. Ну, до Лиги мастеров я имею в виду. Так, здесь я возьму, наверное, вот Зека. Да, я, наверное, только Зека и возьму. Раз, два, три. Так, Кирби, подожди. Давай вот так вот сделаем. Возьмем Острозуба. Как провокатора. Ну что, бросаем бомбочку. Посмотрим силу удара. Отлично, сила удара. Вызываем Бибоба и Рокстеди с другого измерения. Слабо как-то. На. Нам надо было Донни. Давай-ка вот сейчас вот Донни уберем отсюда, потому что он будет хилять. Уже, конечно, ничего не будет. А вот это вот зря я сделал, ребят. Замедление на провокацию. Надо было просто сделать шип. Шип из-под земли, и все. А я зачем-то послал провокацию. Ну, фиг с ним. Что сделано, то сделано. Главное, это, ребят, не во вред. Ну-ка, смотрим, какое место нам дадут. Сколько ступенек мы пролетаем. Ну, смотри, 20 ступенек уже, ребята, пролетели. Это классно. 15-20. Ну, давай возьмем, например, эту команду. И Джастин, и Железноголовый. Раз, два, три. Как думаешь, Джастин и Железноголовый смогут здесь по инициативе тягаться с Майки, например? Здравствуйте. У Кейси Джонса инициатива быстрее? На его 56 уровне? Серьезно? Обалдеть. Ну, Кейси Джонс мне чем не нравится, ребят? Нет у него массовой атаки. Вот именно у этого нету. У того хотя бы баллончик есть, а у этого нет. Ну, так что, я не заслужил, что ли, 15-21? Нет, наверное, должно быть 16-21, скорее всего. Да ладно, хорош мне тут свист МКАТа давить. Не дают. Ладно, будем играть, опять же, ребят, по их правилам. Ну, а что?
Раз, два, три. Четыре, пять. Ну фиг с ним, пускай будет так. Два оригинала, Майки и Рафаэль. Замедляху им сразу же. Ну, не на все, конечно, срабатывает замедление. Рубанешь? Отлично, Сплинтер. Так, теперь дебаф на понижение атаки плюс бомбочка от Майки оригинала. Ты серьезно? Такое ощущение, что просто в пустоту куда-то бомбанули. На тебе. Ну куда ты, куда ты? Куда ты со своей масухой лезешь? Ох. Слушай, ребят, еще бы чуть-чуть, и наш бы Майки мог упасть. Его могли бы пробить. Но благо все обошлось. Блин, я не успеваю, ребята. Только с работы пришел. Вот успел только драконы, всадники, олуха записать и черепашек. И время уже 10 часов. Мне надо ложиться баньки. Потому что завтра на работу. Завтра крайняя смена, потом будет выходной. Раз, два, три, четыре. Потом будет выходной. Опять же, коротенький выходной. Хотел на этом, на втором канале, ребят, ну там одна игра уже началась, первая серия уже выпущена. Это 8 дверей, называется она. И сейчас хочу еще, как он там называется, Шикари Драконоборец, что-то такое, поиграть. Ну, сегодня вряд ли, конечно, уже получится. Наверное, на выходном посмотрим. Ну, прикольная игруха. Мне чем-то напоминает она Undertale. Только графически, конечно, исполнен. Там вид сверху, как бы. Ходишь там барышней, воюешь против всяких демонов, мертвецов и нежити. Ну, довольно прикольная игруха. Довольно прикольная. В общем, посмотрите сами, потом решите. Так, давай-ка мы, наверное, возьмем провокацию здесь. От греха подальше. Майки свои танцы-зажиманцы делает. Я, наверное, сделаю вот так вот. Баф, побежали. Тимати, ну серьезно. Ножки свои бомбанул, никакого урона практически не нанес. Вот это уже по-божески, но... Тихо. Че, ни у кого даже контратаки, что ли, нету? Эй, сейчас нас тут раскатают. Жесть какая-то. Давай, родной, лечи нас. Слушай, а у него хил такой не слабый, кстати. Так, пора наказывать. Раз. Два. Давай, сможешь ушатать? Свинтус мелкий, а? Не смог он его ушатать. А если лучом? Лучом пробили. Так, я смотрю, он хочет что-то сделать. Но не успеет, наверное. Да, не успел. Шикарно. Ребята, на нашу, как говорится, голову, к счастью, мы успели завалить. И, кстати, Бибоп очень хорошо нас хильнул. Относительно. А вот, ребята, и Лига Сёгунов 3 звезды. Чётенько, конечно, чётенько. Так, давай возьму Кренга. Не буду здесь особо выпендриваться. Одним кренгом сейчас туф, и все полягут. Давай делай свой супер-пупер луч, который я обожаю. Бамс. Без вариантов, да, ребята? Без шансов на выживание или там какое-то рыпанье. Переходим на 81 место. И интересно, нет, я, ну возьмем так, Леонардо Майки, Карай, вот так вот, посмотрим. Будет ли от этого какой-то толк? Да, мы сейчас сделаем еще уклоняшку, на всякий случай. И вертушку, посмотрим. Да, очень даже неплохо, ребят, получилось. И сейчас посмотрим, какое место займем. Так, там 20 ступенек пролетели. И здесь, тут тоже практически 20 ступенек пролетели.
16-21. Давай, наверное, вот тут вот. Возьмем Армагона. Раз, два, три, четыре. Там Армагон и еще Супер Шреддер, да? Это две стопроцентные будут победы. Тыдыщ. Как мне нравится, ребята, Армагон. Блин, какой у него шлем, а? Офигенный. Ну, не шлем, вот этот костюм его, да? Опупенный такой. Акулий костюм. О, 16-22. Ну что, Шреддер, пора. Твой выход на арену. 65 уровень, я думаю, для тебя это как орешки, да? Как вот так вот, как орешечки щелкать. Сейчас проверим. Как орешки щелкать. Ну, в принципе, нет. Потенциально они уже не жильцы, потому что на них висит постепенный урон, и тем более очень мало у них было здоровья. Так, я все-таки дойду до Лиги Мастеров сегодня или нет, а? Что-то как-то немножечко... Немножечко смущаюсь. Сомневаюсь. Так, 16-22 мне нужно было, во. Так, ну я здесь, наверное, все-таки возьму, ребята, на откат Армагона. Раз, два, три, четыре. 69 уровень. Тут, кстати, от Армагона очень много зависит. Очень много. Если он сейчас ничего не так сделает, то... Но нам повезло, грубо говоря. Тыч-тыч-тыч-тыч. Зарубашил этого слэша. Все. Тут отлично получилось. И... Нет, надо еще. Еще... Да что такое? Надо еще поединок нам сделать. Ну, давай попробуем, например, вот этой командой. Я возьму опять же Армагона. 66. А почему понизили? Я не понимаю, почему понизили противников. Там был 70, почти 69 уровень, а тут дают 66-67. Странная, конечно, игра. Ну, я надеюсь, этого достаточно, чтобы перейти нам в Лигу Мастеров, а? Да, конечно, достаточно. Все, ребятушки, все, что я хотел сегодня, я сделал. Конечно, мне надо было бы еще в испытание пойти на жетоны пробить. Но так как времени уже много, придется, ребята, опять же это дело все пропустить. На выходном попробуем отыграться. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.